Здравствуйте, с вами на связи снова Валерий Иванов. И сейчас я хочу записать очередное видео по такому замечательному финансовому инструменту, как кошелек Pair. А подтолкнули меня к этой записи два факта. Первое, то, что мои партнеры по команде очень просят сделать обзор кошельков, которые работают с USDT, с тезерами. И второе, то, что я совершенно случайно сегодня обнаружил, смотрите. Зарегистрирован, оказывается, я 2 июня 2013 года. Сегодня 2 июня 2020 года. То есть 7 лет назад я зарегистрировался в этом кошельке. И 7 лет я уже пользуюсь. Я благодарен его создателям за те удобства, безопасность, оперативность, внятность и набор инструментов, которые мне дают его создатели. Итак, давайте сделаем обзор с большим упором все-таки на USDT, на тезеры. Ну и общий обзор по кошельку. Слева набор инструментов у нас. Баланс пополнить, перевести. Баланс отображается все аккаунты. Можно выбрать только фиатные валюты. Доллары, рубли, евро. Криптовалютные кошельки, которые поддерживает Pair. Либо вот все аккаунты. Смотрим здесь. Доллары, рубли, евро, биткоины. Эфир, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, USDT, Tether и XRP. Вот весь набор фиатных и криптовалют, с которыми работает кошелек Pair. Пополнение. Как пополнить кошелек? Выбираем слева пункт «Пополнить» и дальше выбираем, что именно мы будем пополнять. Все зависит от того, что у вас есть в наличии. Наиболее частый вариант – это все-таки пополнение с банковских карт рублями. Тогда выберем визу. Но сразу скажу, не очень удобные условия. 3,99% я считаю довольно высокая цена, но смотря для чего вам эти деньги нужны. Если вы зарабатываете в каких-то высокодоходных инструментах, то, наверное, на это можно внимание не обращать. И сразу у вас появляются лимиты 5,5 тысяч долларов, либо 5,5 тысяч евро, либо 550 тысяч рублей за одну транзакцию. Что я считаю просто вообще сказочные лимиты, который позволяет очень удобно использовать всю широту инструментов и наборов. Ну, дальше все просто. Вводите сумму в рублях, что вам нужно. Когда вы пишете, здесь у вас появляется комиссия. Например, давайте 1000 рублей. 1059 рублей. Ну, будет списано у вас с карты. 1000 рублей заводит, 1059 рублей, 55 копеек будет списано с карты. Следующее. Перевести. Откуда переводите и куда переводите? С Pair. Например, на другой кошелек Pair. Вводите номер кошелька, номер вашего кошелька, вот он сверху. Вот нажали на вкладочку, просто подвели даже. Копировать, и ваш номер кошелька, вот он, счета, будет скопирован в буфер обмена. И также вы просите человека, которому вы переводите, скопировать номер кошелька Pair, дать его вам, и вы переведете ему те деньги, которые нужны. Перевод с Pair на Pair 0,5% всего лишь, шаблон, если вы заранее создали шаблоны, то у вас выскочит здесь шаблоны. Дальше вводит номер счета, email, телефон или сумму, или номер кошелька. Здесь сумму, перевести и все понятно. Все это переходит совершенно мгновенно. Также работает, вы выбираете, что вы переводите и куда вы переводите. Откуда и куда, видите, да? Выбор просто огромный. Дальше есть биржа. Тоже очень интересный инструмент, биржа, на которой можно будет купить либо продать то, что вы хотите купить или продать. Выбирайте, что у вас есть и на что вы хотите обменять. Тоже все понятно. Например, Pair рубли вы хотите поменять на те же самые, вот, на тезеры, на USDT. И давайте, нам нужно будет купить. Смотрим. Цена 68,89 за один. Вот я ввел один, чтобы понять курс. 68,89 рублей за один тезер. Сейчас курс у нас доллара, ну, курс доллара и тезер вы знаете, да, они идут прям нога в ногу с небольшой разницей, примерно 67, то есть, ну, примерно где-то процента 2, та же самая получается разница, около 2%, от этого никуда, к сожалению, не деться. Если вы хотите продать, то же самое, 66,81, разница в 2 рубля, пишите один тезер, продать, и продаете на этой бирже. Вот последние сделки и курсы указаны. Я считаю, тоже очень удобно. Обменять. Что хотите обменять, что и на что. Выбирайте, что у вас есть. Кстати, да, нужно было сказать про баланс. Вот баланс, давайте вернемся. У меня сейчас есть 0,94 доллара, 206 рублей 56 копеек, 8 евро. Ну, это то, с чем я работаю больше всего. Вот эти валюты у меня есть. Можно взять и на обменнике обменять. Например, я могу обменять внутри кабинета мои доллары, перевести в рубли, мои евро в рубли, мои рубли в евро или рубли в доллар. В общем, в любой комбинации всех
крипто и фиатных валют, которые здесь есть, вы можете перевести одну валюту в другую. Это очень удобно. Делается все прям мгновенно внутри кабинета с минимальной комиссией. Вы видите, как скачет курс биткоина. Ну, например, давайте то, что у меня есть. Вот 200 рублей есть. И мне нужно поменять его на... Мы же о тезере говорим сегодня больше всего. Поменять на тезер. 69,92. Отдаю 200 рублей. Давайте 100 рублей я отдам. Сколько я получу тезеров? 1,43 тезер. Или USDT. Почти $1.5. Нажимаем обменять. И получаем на кошельке тоже. Просто мгновенно это все происходит. И партнеры спрашивают часто, как можно вывести. Вывести. Что мы выводим? Например, мы выводим... В этом поле вписываем номер кошелька, куда мы переводим. Здесь пишем сумму. Срок мгновенно. Комиссия. Вот здесь написано минимум USDT 1, но здесь вот если вглядеться, видно, что 0% плюс 2,5 тезера за каждую операцию. Фиксированная комиссия, так что обратите на это внимание. Точно так же работает вывод рублей на карты. Мы выбираем, что мы, точнее, куда мы выводим. На визу. Ну, визу там или MasterCard вы уже ставите под себя, неважно. Комиссия одна и та же, 11,9% плюс 45 рублей. Например, ставим виза. Если у вас есть шаблон заполненный, шаблон заполняется у нас вот в настройках здесь. Выбираете, там есть, отображается валюта, автоматически конвертируется весь мой баланс, переводится в рубли и отображает, сколько у меня рублей есть. Вы можете выбрать, ну, как хотите вообще, мой баланс в чем. У вас будет отображаться хоть в доллар, хоть в биткоинах. Это все делается в настройках легко и просто. Дальше, как вывести на карту Visa? Шаблон. Шаблон не прописан, поэтому вписываем просто номер карты. Сколько мы выводим вот с нашего баланса. Вписываем номер карты, перевести. И вот это поле очень важно, я считаю. Перевод на Visa российских банков. 100 рублей минимум за транзакцию. 75 тысяч рублей лимит за одну транзакцию. Либо 525 тысяч лимит на один номер карты в сутки. Срок исполнения мгновенно. Вот это вот очень важно. 500 000 в сутки выводить на карту с комиссией чуть меньше, ну, 2% возьмем. Я считаю, что это очень и очень хорошие условия. Ну, вот, наверное, все, что я рассказал. Тему вот можно менять. У меня всю жизнь стояла светлая тема. Сейчас я включил себе темную. Мне почему-то больше нравится она темная. В настройки тоже вы можете полезть в настройки, посмотреть. Их очень много здесь. Безопасность, пароль. Так, чат, кстати, здесь же еще есть чат у нас, точно. Можно же пообщаться с людьми. Чат у нас работает на бирже. Я вот там был, не сказал вам сразу. Вот здесь вот есть у нас чат. И вот здесь можно пообщаться с людьми. Спросить, обменяться, договориться о чем-то, передать свои контакты, либо посмотреть контакт других людей, кто вам понадобился, либо показался интересен. Все, вот кнопки купить, продать на бирже. Обмен, вывод. Ну, то есть, я считаю, что есть абсолютно вообще все. Все, что только может быть, здесь есть. По комиссии, видите, комиссия меняется, поэтому я показал вам сейчас то, что есть. А перед тем, как проводить операцию, обязательно проверьте, какие у вас комиссии поджидают на будущее. Но вот я говорю, за 7 лет я очень и очень доволен этим кошельком. Наверное, все. Если возникли вопросы по работе кошелька Payeer, задавайте их прямо под этим видео. А я считаю вам больших доходов, маленьких комиссий и всего хорошего.